Умбаса, мои дорогие зрители. Ах, как этого не хотелось, но мы продолжаем играть Cuphead. И у нас сегодня на очереди финал. Я, к сожалению, вне стрима убил этого босса. Босса в казино. В принципе, вы на моем на предыдущем стриме могли видеть все фазы этого босса, да, все четыре фазы, но если четыре выбить, то есть троих боссов выцепить, и он будет финальным. Как я его убил? В общем, я смог пройти всех побочных боссов, не потратив ни одной жизни, плюс заполучив еще три жизни. Ну, там есть карты с боссами, они рандомно выпадают, где дается сердечко одной жизни. Вот, я все эти карты выбил, мне так получилось, что вышел на финал я с шестью жизнями. Проходил я, используя only карусель. Вот это рассеиватель, я не понял вообще. Написано, что огромный урон на ближней дистанции. По факту карусель со средним уроном убивает боссов быстрее, чем рассеиватель. Не знаю, чем связано. Но вот босса финального, то есть этот кубик я мочил именно в карусели. Что еще использовал? Еще как только пошли первые карты, я заюзал неуязвимость. Она дается несколько секунд. Ну, в общем, это неуязвимость дается на время прохождения этих карт. В это время я стоял, просто тупо стрелял наверх, а затем я пытался прыгать по картам, ничего не удавалось, я просирал жизни, и в общем он умер, то есть до того, как я умер. Все, в принципе. Супер, я не знаю, неуязвимость, наверное, оставить. Хотя... Такое спорное. Да, и, к сожалению, не попали мы на стрим из этого. Ну, в принципе, я особо не бомбил, я сколько не играл. Сколько не играл уже, ну? Недели две, наверное. Ну, хрен знает, сколько я не играл. В общем, и я вот только сегодня запустил, и где-то минут 10, да, наверное, пытался убить его. Вот, за 10 минут я его... Попытка была третья, наверное, я его взломал. Вот. Надеемся, что сегодня у нас будет финал. Ну да, это финал, потому что у нас осталось только... Тем временем в аду, кстати, я хотел посмотреть список. Вот король жребий, да. Я убил за 5 минут. На ранг Б. Ладно, заходим. Заходим. Тем временем в аду. Сложность выбирать нельзя на этих боссов, к сожалению. Так, посмотрите, явился, мало того, что всыпал моему ни на что негодному прихвостню королю жребию. Как я вижу, вы собрали все контракты. Как и договаривались, давайте их сюда и присоединяйтесь ко мне. И присоединяйтесь? Ну давай, да, присоединимся. Теперь вы мои. Здесь у вас будет чертовски много времени. Это все, что ли? Алло, покажите мне что-нибудь. Мы искренне признательны членам нашей команды, чья предназделы и творческие усилия помогли притворить этот проект в жизнь. Все? Все вот так вот? Запустил стрим на 5 минут. Игра пройдена. Серьезно? Я, в общем, согласился с дьяволом. Все. Нормально.
О, можно перемотать, давайте перемотаем, посмотрим, что тут. Вот такие вот дела. Ну. Отдельное спасибо. Пум-пум-пум-пум. И что у нас будет дальше? Конец. Почему-то у меня отвалился геймпад. Странно. Вообще отвалился. Помимо того, клавиатура тоже не работает. Ну, это, скорее всего, проблема этого русификатора. Ладно, сейчас попробуем решить эту проблему. Нет, мышка появится. Так. Вот. Ого. А у меня сохранение не произошло. Прикол. Да и вот, а не было. Блин. Нет, сейва не было, потому что сложности экстра у нас нет. Давайте не согласимся. Нет. Решили свинтить, не расплатившись, как остальные. Да, я научу вас платить по счетам. Защищайтесь. Защищаемся. Ну, походу мы сейчас прососем, да? Ну. Ого. Так, ясно. Ясно. Так, я, ну, в принципе, понятно, что за атаки у него есть. Так, что делаешь? Блин, а как здесь себя вытопить? Я не понял. Чёрт, это кто был? А, еще что-то полетело, ёпта за мной.
Можно, наверное, даже лучше так делать. Да вон оно что творит. Так. Черт. Вот гнида. Да ё-моё. Как это так и уходить, я не понял. Или только лапы коцают. Давай еще раз эту атаку. А такой еще атаки не видел. Но у него хотя бы три фазы. Она просто учит. Я не понимаю, а что надо сделать? Или надо в конец экрана уйти? Да, надо в конец экрана уходить. Ясно. Ого, входите. Я вообще не понял, что произошло. Давай смотреть. Стой. Требует. Ё-моё. Твою за ногу, он подослал. Да какого хера ты не умираешь так долго, а? Может, оружие не то, я не знаю, надо выйти на карту. Давай же.
Средний урон. Небольшой урон. Хороший урон, медленный темп стрельбы. Наверное, вот так сделаем. Давай, дьявол, господи. Это плохо началось. Анюта. Так. Что это? Блять, вот это я. Да, бессмысленно. Ты раньше это так и не делал, не делал. Да кто там меня коцнул? Блин. Да ёб тебя за ногу, а. В какую сторону? А, это чувак прибежал просто. Как? Почему у меня урон прошел, а? Блять. Да ёб тебя за ногу. Ох ты, господи. А, не прыгать, а просто подставаться. Последний раз. Надо посчитать, сколько раз он это делает. Отлично. Блядство, не успел. Голова, куда? А
Орай уже, давай. Окей. Входим. И эту фазу я не знаю, вообще не знаю, что здесь делать. Блять. Да хер, там еще и третья фаза, и четвертая есть фаза. Ваю за ногу. Так, говно пошло. Тихо, тихо. Справились с этим. В какую сторону? Чувак, давай. Отлично, три жизни есть. Прыгаем вниз. Так, куда стрелять, дети? По глазам надо стрелять? Стреляй! Ну что там происходит, а? Будет что-нибудь происходить? Нет? Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Вот все началось, понятно. Ясно! Опять шары сраные. Блядство, самое начало это плохо. А-а-а, ненавижу вот эту вот атаку. Так, что там у тебя шары? Шарики, 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 шарики.